Нестабильное движение общественного транспорта для многих – весомый повод купить свою машину, а со временем поменять ее на более дорогую. На этом простом желании и наживался житель города Зима. Он предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 12 миллионов рублей. Мужчина действовал во всех случаях по одному сценарию. Брал на реализацию автомобилей, продавал их, а деньги оставлял себе. А иногда под предлогом приобретения для человека более подходящей машины еще и дополнительно просил средства. Удалось установить причастность мужчины к 28 таким эпизодам. Сумма ущерба в каждом конкретном случае колебалась от 100 тысяч до миллиона рублей. Возвращать деньги житель Зимы не спешил. В качестве причин называл самые разные форс-мажорные обстоятельства. Отвечал: пока нет, подожди немного. Ну и, в общем, в итоге, потом, по-моему, в январе месяце он вообще пропал. Пропал мужчина на 6 лет. Все эти годы он находился в федеральном розыске. Задержали его не так давно на территории Красноярского края. Тогда и выяснилось, что злоумышленник официально нигде не работал, жил по поддельному паспорту, гражданин Армении. Расследование уголовных дел в отношении обвиняемого закончено, материалы переданы в суд.